Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики и мои друзья. Сегодня 21 октября. У нас уже несколько раз были ночные заморозки. Инжир у меня растет в теплице, но даже здесь видно, что холодный воздух уже сюда тоже попадал, несмотря на то, что теплицу закрываем. И вот листики выглядят вот так вот, некоторые подмороженные уже. Инжир полностью уже не вызревает, однако же очень много, я смотрю, много зеленых, конечно же, осталось. Их я сегодня буду уже собирать, инжирчиков. И вот такие вот слегка недозрелые, но вот такие крупные, сочные, видно, вот фигушки еще висят. Я их сейчас отдельно соберу. Вот еще одна практически вызревшая. Ну, там где-то еще есть. Вот так вот выглядит куст. Пока еще укрывать его рано. Я инжир свой укрываю в теплице тогда, когда он сам сбрасывает листья. В прошлом году это как раз был конец октября. Ну, в этом году, скорее всего, все выпадет на ноябрь. Вот посмотрите, еще такие вот сдвоенные, такие фактически вызревающие уже фигушки. И вот еще одна такая крупненькая, красивая. Плотная здесь кожечка еще такая плотненькая. Вот у перезревшего она прям такая тонкая, что сразу облазит. Ну вот, попробую положить их, чтобы они дозрели. Все зеленые фигушки я соберу сегодня и, наверное, буду уже варить на выходных варенье из зеленого инжира. А с кустом я сделаю следующее. Дождусь, когда сами листья опадут у него. А это будет очень скоро, потому что когда холодает... Вот, смотрите, какие еще красивые фигушки. Ой, прям обалдеть. Если бы еще вот хотя бы неделю продержалось тепло, вот эти вот фигушки бы они сами дозрели уже полностью на кустике. Но пусть лежат. Посмотрим, эксперимент проведу. Дозреют ли они у меня рядом с красными яблоками в одном пакете. И уже после того, когда здесь весь инжир полностью будет лысым, я его начну перегибать к земле. Ничего обрезать не буду. Буду пригибать и укрывать. О том же, как я укрываю инжир, который растет в теплице, я в следующий раз сниму видео. Пока еще показывать рано. Пригибать тоже рано, так как листьев много. Листья обрывать специально не нужно. Потому что пока еще они питают растения. Как только они сами отпадут, тогда можно считать сезон закрытым и готовиться к укрытию инжира. Ну, пока вот такая ситуация с кустиком. Посмотрим, сколько же инжирчика я соберу зеленого для варенья. Ну, посмотрим. Пока в этом году инжир меня радует. Вернее, впервые он меня так порадовал тем, что практически каждые выходные в течение полутора месяцев мы кушали плоды. Ну, и обязательно, если эти вот инжирчики дозреют, я вам об этом расскажу. Всем пока!